привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. С наступающим вас Новым годом! Сегодня 30 декабря и первый день подготовки к празднику решила заранее, потому что сразу в один день мне тяжело, когда я долго стою, у меня почему-то начинает немножко отекать и тяжелеть живот, поэтому не будем мучить ребенка. И я решила разделить все на два дня. Давайте начнем этот прекрасный день. Еще раз всех с наступающим. И поехали! Так, я уже приступила к работе. Первое, что я решила сделать, это поставить варить овощи на салатик. Салатик майонезненький будет. Так, картофель и морковочка. У меня, значит, это будет салат с маринованными грибочками. Еще на него нужны отварные яйца, но это завтра. Потому что я люблю такие свежие яйца. 15-минутки я их называю, то есть после закипания варишь 15 минут и получается такой яркий красивый желточек. Салатик, не знаю, понравится или нет моему корейскому семейству. Они особо майонезные салаты не кушают. Но у них, знаете, что я решила? Можно подать им этот салат с тостами, то есть подсушенным хлебушком. Они иногда все-таки тосты тут едят, и очень популярный тост с яйцом вареным и с картошкой. То есть вареное яйцо, картошку смешивают с майонезом и булочки белые начиняют. То есть, в принципе, этот салатик майонезный с маринованными огурчиками, с картошечкой, с морковочкой, с яичками, они могут на тосты себе мазать, может быть, будет неплохо. Так, ну, как вариант, да, надо же искать компромисс. Так, что дальше у меня? Дальше у меня сейчас будет готовиться хлебушек. Такой серенький, тут ржаная мука с белой мукой пшеничной. Рецепт простой, подходит для хлебопечки и для обычной печки. 260 мл теплой воды, 2 чайные ложки сухих дрожжей, чайная ложка соли, чайная ложка сахара. Растительное масло 1 столовая ложка и 2,5, почти, ну чуть побольше чашки муки. На чашке, к сожалению, нет граммов, написано 240 мл. 2 чашки муки по 240 мл полные и 1 неполная такая без верха. Вот такой вот рецепт. В духовке тоже нормально это все выпекается, но у меня есть хлебопечка, поэтому будем в хлебопечке. Так, вот мои помощнички. Помощнички все время с мамочкой. Ариночке я организовала вот такой вот оазис для отдыха из подушки и пледа на стуле. Ей так комфортнее помогать. Ну, а маленькому ему некуда энергию девать. Он молодой, поэтому он бегает туда-сюда. Создает мамке проблемы. Уже вот тут полазил в ящике с картошкой, так что лапы уже грязные у него. Будем мыть. Грязные лапы. Извозякался, да? Давай посмотрим. Не посмотрим? Ну ладно. Ну ладно. Или посмотрим. Покажи лапы свои. Чё бесишься? Вон, возьми свою селедку и бесись с ней. На. Скажи, мама, это не селедка, это скумбрия. Вот так вот, вот так вот, вот смотрите, вот на вот этого, что это с ним делаете? Что с тобой делаете? Вау, неужели у нас снежок? Я не верю своим глазам. Кажется, я вижу снежок. Не может быть. До нашего города тоже дошел снежок. Будет ли лежать, неизвестно. Но прям классно, что хотя бы к Новому году хоть что-то выпало, понимаете? Так, этот прохиндей вернулся. Он еще не все перебрал, не все овощи, да? Еще не все овощи отсортированы. Так, это снова я. Я на время прервала свою хозяйственную деятельность и уселась вот тут вот под елочкой упаковывать подарочек для брата мужа. Ну, подарочек мужа я не покажу, потому что он посмотрит это видео, ему уже не будет сюрприза. А, так, вот такой вот чудеснейший, плотненький, миленький, очаровательный кардиганчик, очень стильненький, такого свободного покроя, оверсайз. Я надеюсь, ему понравится.
Так, разворачивать не буду, потому что я вот так долго усердно сворачивала. И вот такое вот шампанское, называется Italian Christmas. Винцо, в общем. Игристое винцо. Покупала я его перед Рождеством. Мне очень понравилось оформление. В алкоголь, честно говоря, я не очень хорошо разбираюсь. Просто понравилось такое оформление. Он, знаете, любит выпить чего-нибудь интересненького. Поэтому, я думаю, ему понравится. Ну, а кардиганчик мне очень, конечно, понравился. Я надеюсь, он будет носить его с удовольствием. Я уже как-то дарила ему одежду, футболку. Вот он носил. Угадала, в принципе. Угадала его вкус. Не знаю, надеюсь, и сейчас не разочарую его своим выбором. Так, упаковала подарочек, подписала открытку на трех языках. Как всегда, ничего оригинального, там счастье, здоровье и все такое. Так, и бутылочку так вот стильненько упаковала тоже. Понятно и так, что это бутылочка. Ну, пусть как бы интрига хоть несколько секунд будет сохраняться, пока человек не откроет. Вот, получилось довольно аккуратненько. Шерсть кошачья уже. Бумажка, знаете, плохого очень качества. Прям такая вообще очень хрупкая. Заламывается. Если один раз загнул, уже второй раз ничего не исправишь. Понятно, почему сразу три, понимаете? Три бумажки в упаковке за 60 рублей. Потому что если первую испортил, хотя бы будет еще две в запасе. Так, девочки и мальчики, хлебушек готов. И сейчас у нас будет обеденный перерыв. Гороховый супчик и, значит, свежий хрустящий хлебушек. Сейчас прям корочку отпилим. Вот он мой супец-красавец. Добавила туда немножко, ну, типа петрушки что-то. И еще два желтка у меня было. Я их туда, в общем-то, в суп и отправила, потому что потом засохнут, выкидывать, не знаю. Решила не переводить продукт. А желтки остались от безе. Белки пошли на безе, короче, а желтки остались. Поэтому вот их разбила и прокипятила. Так, это я, вот такая вот растрёпа. Вообще, я сегодня сама растрёпа. Дома у меня беспорядок. Вот, суета, колгота. Давайте есть суп. Мы, кажется, не ели с вами гороховый суп с моего отъезда из России, да? В России ели последний раз. Супец гороховый. Еще кто-то шутил, что с этого супа я до Кореи и без билета долечу. Ну-ну, шутники. Так, сейчас еще добавлю что-то типа сметаны. Это не сметана, конечно, но йогурт. Пожирнее, покалорийней. Ой, нагулял аппетит. Так, естественно, у нас еще чесночок для романтичных, ароматных поцелуев. Натрем корочку. Хлебушек такой серенький, видите, получился. Серенький хлебушек. Это как раз не... Еще к завтрашнему застолью, потому что я с белым хлебом что-то как-то не очень люблю. Вот эти салаты есть и все. И все прочее. Так, не озвучила я меню. Надеюсь, ничего страшного, что я ем. Вы тоже садитесь, давайте вместе. Так, какое у меня меню? На десерт у меня будет торт с вишней. Крем дорого-богато у меня будет из сливочного масла и сгущенного молока. Нашла сгущенное молоко. Сейчас, кстати, покажу, какое в Корее молоко. Вот такое. Юню называется. Юню. Сгущенное молоко. Немножко жидковато, а так похоже один в один на наше. Правда, есть еще такое же,
надписью spread на корейском языке. Я там посмотрела состав, там, по-моему, это что-то не очень хороший состав. Вот тут хороший состав. Сливки, в общем, молоко, сливки, сахар. Только это почему-то стояло не в холодильнике, а вот спред в холодильнике. Ну, не знаю, у нас тоже вроде не в холодильнике сгущенное молоко продается, но оно же у нас в жестяных банках металлических, да? А тут пластик. Пластик и не в холодильнике, не знаю. Я как с голодного края. Торт с вишней, крем будет, сгущенное молоко, масло, хороший крем. Моя мама всегда только с таким кремом тортики делала. Конечно, получается дороговато, но калорийно, и там наедаешься буквально маленьким кусочком. И сварю еще такую штуку из вишни с крахмалом, чтобы загустить, чтобы не потекло все. Будет такой вишневый, вкуснючий торт. Горячее блюдо, не удивляйтесь, у нас будет борщ за праздничным столом, потому что, ну, надо что-то горяченькое, все-таки такая погода. Супец какой-то. Единственное, что я могу из наших блюд предложить корейцам, это борщ. Вроде как мой муж, ну, неплохо его ел. Он не сказал, что он готов его каждый день есть, но он сказал, что это интересный вкус, и он бы хотел бы его еще там иногда этот вкус ощущать. Вот так вот. Что-то в этом духе он сказал. Поэтому король стола у нас будет борщ. Из мясного мужу захотелось ножек куриных. Купим много куриных ножек. Будет, ну, как вот этих вот. Как они называются? Ножки. И будет у нас два вида. Одни будут запеченные в духовке по моему рецепту, и вторые будут тушеные с перечной пастой, с морковкой, луком по корейскому рецепту. Два вида, в общем, будет. Еще хотела нажарить чебуреков, не знаю, посмотрю по своему настроению. Как я уже сказала, будет салатик с маринованными грибочками. Тосты к этому салатику, как я уже сказала в начале видео. Может быть, так, намазывая на тост, они будут есть этот салат. Картошку пюре обязательно хочу, как Новый год без картофельного пюре. Давно, кстати, не ела пюрешку. Муж пришел раньше времени, кстати. Чего ты балуешься? Ты выспалась? Выспалась? Это игрушка такая из натурального, в общем, волокна. А маленький сидит, ждет в очереди своей. Не подходи, ударит тебя по голове, как всегда, будешь знать. Да. А папа увидит, ругаться будет на вас. Одна в трухе, другой это дерется. Вот все, подрались из-за игрушки. Норин поиграл, и на, ты играй. На, бери, играй. Итак, привет всем, дорогие мои! У нас уже 31 декабря, у нас разница 6 часов по московскому времени, поэтому я буду вообще встречать Новый год раньше, чем некоторые из жителей России, хотя часов часовых поясов, часовых поясов много на территории России, поэтому кто-нибудь будет
и со мной встречать вместе. Так, я тут завтракаю. Молочко и хлопья. Вообще, я хлопья вот не ем. Это мы как-то их купили, потому что в подарок к ним шла тележка, и муж как раз хотел тележку. А ну-ка, не балуйтесь. А ну-ка, хватит баловаться. Да что такое? Коты радуются жизни, уже наелись, ходили в туалет. Так. Сейчас буду готовить. Смотрите, какую свечку вчера купила для настроения. Лимон и вербена. Сейчас зажгу и буду, значит, под эти ароматы готовиться к застолью. Очень, знаете, так натуральненько пахнет. Поэтому выбрала именно ее. Так, вечер вчера закончился уборкой во всех комнатах, сухой и влажной, вытиранием пыли и походом в магазин за курицей и мясом. Вот так закончился вечер. Ладно, до встречи в следующем видео. Это видео я заканчиваю. Люблю, целую, пока-пока. И до встречи в следующем видео.